Ну вот, друзья, решил собраться сегодня съездить на рыбалочку, вышел, а тут уже вот так выглядит автомобильчик. Все замерзло. Все в таких красивых рисунках. Ну, теперь думаю, ехать, не ехать. Ну, съезжу. Съезжу. Красивый рисунок нарисовала зима. Вот такая красота. Ну что, поедем все равно, попробуем, получится что-нибудь у нас или нет. Ну, правда, дождик там обещали, но еще прорвемся. Друзья, добрался потихонечку, накачался, выехал. Ну и пытаюсь сделать первые забросы. Посмотрим, что из этого выйдет. Уже люди есть, там есть, там есть. Также сегодня был мороз ночью. Ну, это ж такое дело. Попробуем. Порыбачить после мороза. Интересная здесь такая точка, там есть коса, выходит в воду. Глубина 1,80 м, и потом свал идет. Пробую на такой точке. Интересный. Бугорки. Есть какие-то бугорки, зацепы идут. Нужно легче приманку поставить, потому что, вернее, грузик. Ну, рыба пищит. Рыба есть. Здесь, конечно, рыбы больше, чем там на водохранилище. Здесь все время рыба показывает и пищит, что она есть. Так что тут интересно. Быстро падает. Тяжелый груз. Сейчас будем что-то пробовать. Поедем на место. Кстати, друзья, вот проехала посылочка от Пестроша. Приманочки его. Ну, не только приманочки, на себе заказал. Вот такие застежки. Попробуем его, недорогие. Все бюджетный вариант. Вот такие безузловочки. Взял классик приманку 2,9, цвет 008. Нет у меня такого, думаю, возьму. Вот боксера взял попробовать 3,0.
Вот такой Classic 2.9 в 21 цвете. Такой 21. Это 08. Ну и взял рачков. Рачков у меня нету. Ну, есть крупные. А вот взял поменьше. 2.2. Попробовать в 21 цвете. И вот взял 3.6 008 цвете. Ну вот сегодня будем их пробовать. Ну сегодня, я думаю, что бесполезно, но где-то на судака попробуем или на щуку где-то. Все равно ставить надо, кидать, пробовать. Ну вот так как-то. Так что попробуем бюджетные приманочки. Говорят, уловистые. Смотрим. Мелочи есть. Начнем с ратлина тут. Сейчас. Утро, возможно, что-то и пойдет. Чуть побросаю дырки, потом попробуем джиг. Заказывал себе, друзья, X1 602 H 4 числа. Жду с выставки. Сказали, через 2 дня перезвонят. И так я сижу и жду. То есть, то едет он, то нет в наличии. Это вчера, думаю, зайду, посмотрю. Захожу на сайт. Есть. Звоню, говорит, он уже лежит давно. Говорю, а что же вы не набрали? Ну, или человек заболел. И как-то вылетело оно с этого. Ну, товарища вчера не вышло его забрать. Он хотел заехать, оказывается, даже в Харькове эта компания. Я сразу как заказывал, не посмотрел. Так что думал сегодня испытать, но ничего. Испытаем в следующий раз. Посмотрим. Холодно сегодня, 2 градуса всего температура. Пока тишина, смотрю, ни у кого. Человек поплыл там, стал. Постоянно он там стоит. Тоже знает места. Тишина и спокойствие пока. Пока никаких признаков рыбы. Был тычок. Еще один тычок был. Что-то ударило на проводке. Но взять не взяло.
Это уже интересно. Но сегодня 10. Да как и вчера было. И мороз ночью был, но не застыло так сильно. 2 тычка. И все. И пока тишина опять. Надо, может, сменить, попробовать приманку какую-нибудь. Нет выхода. И все. И щука молчит. Тихонечко, закрыв рот, сидит. Сейчас попробуем. Экспериментировать будем. Ну что, друзья, делаем перекус. Уже время. Набросал уже часика 3-4. Не, наверное, 3,5 часа где-то так. И вот тишина никак не хочет набрать. Никто, ничего, ни щука, ни судак, никакой подводный обитатель. Ну, перекусим. А там посмотрим. Ну что, друзья, уже полдня прошло, даже больше. Пока тишина. Рыбка поверху пикает. Мелочь какая-то идет с стаи. Ну, а нашей рыбы нету нигде. Дождь замучил уже. То начнется, то это самое прекратится. Вот такие рыбалки в этом году нехорошие. Одел шляпу такую, зонт вот такой. Очень хорошо, очень удобно. Камера не мокнет. Можно сразу и рыбачить. Ничего не мешает. И сам сухой. Одел на голову и стоишь себе. Братья китайцы придумали. Зонтик на голову. Удобная вещь. Люди шорхаются все по водоему. Тут туда, тут туда. Смотрю, никто ничего не ловит. Только катается. Уже ловлю на силикон. Поставил гамблера, такого интересного, гамблер щучий, вот такой. Ну, пока, пока тишина, гробовая тишина. Народу подтянулось и туда. С утра никого, один человек был.
А сейчас уже поподтягивались. Ну, сегодня холодно, скажу вам так. Изрядно холодно. Не, ветра если бы не было, было бы нормально. Так ветер дует. И со спины прохладно. Как говорит наш известный украинский блогер один, дни от сосиновки клюют. Вот, стоим, ловим от сосиновиков. Из всех рыбалок, наверное, сегодня хуже всего клюет. Потому что не клюет. Ветер дует. X1 602H товарищ привез. Вот такой первый фаворит в моих руках. Посмотрим, что тут за... Да ничего. А что ж, видишь, срут, мусорят люди. А ну. Что тут написано? Заброса, смотрите, ребята. Только забросили, не успели, конечно, снять. Ну тут парень такой зацепился, все в порядке. На Twitch. Видишь, как работает? Ну, да. Вот тебе, она тут спиннинг я не мог поймать. Ну да. Ну, ничего. Не, ну кайфово, ты че? Это... Да, ну, дай уже ничего. Такой X1 разловился. Под бугром, видишь, стоял на косе. Сейчас я тут пойду положу. Так получилось интересно. Первый заброс на X1. Только привез товарищ спиннинг. Вот такой интересненький. Я его переоснастил уже, поставил катушку. Удобно, удобно бросать. Хорошо летит приманка. И легкие, и тяжелые. Только поставил первый заброс на усами. Да что ж такое понесло? И окунь такой хороший попался. Смотри, какой ветер, сука, дует. Несет и лодку тащит. И к вечеру он усиливается, получается. Ну что, друзья, можно сказать по поводу спиннинга фаворит X1. Бросает отлично. Такой коротыш, я никогда не думал, что он будет бросать, но он бросает отлично. Протвичивает все воблера, любые. Так что работает замечательно. Не знаю, пока мне все нравится. Уже окушка поймал. Так что разловлен. Сразу же. Еще немножко к нему привыкнуть надо, а так, конечно, все отлично. Сносит. Ладно.
а рыбка не хочет сегодня брать никак. Погода крутит, все время то дождь, то ветер поднимается, порывы страшные, вот как сейчас, и начинает тащить куда попало. Дело в том, что рука не устает тоже от спиннинга, это тоже хорошо. Ручка коротенькая, не бьет, не мешает. На моем гадганче похуже. За такие деньги, друзья, наверное, лучше и не нужен спиннинг. Я думаю так. Бросает отлично. Твичит. Правда, не знаю, как рыбу вываживать будет. Ну, то уже когда будет рыба. Пока ее нет. Смотри, какой дождь начинается. Не даст до вечера досидеть, дорыбачить. Придется одеваться. Зонтик мой. Потому что не годится такой. И дует страшный ветер. А ты. Блин, что там случилось? Ну что, друзья, наверное, будем прощаться уже. Рыба сегодня вообще не берет, глухо, целый день отбросал, промок уже весь, дождь постоянно брызгает, то начнется, то перестанет, уже ракуша хватнул, да, он слетел, щука. Молчит полностью, закрыла рот и щука, и вся другая рыба. Вчера был, не позавчера был товарищ, тоже говорит, тишина, да и мы же были позавчера. Я три щуренка поймал. Вот так тоже не брала. Ну а сегодня вообще... Непонятно, что это было, конечно. А сегодня, конечно, вообще тишина. Кроме окуня ни одной поклевки не было. Нет, две поклевки. Два удара было, да? Да, два удара было. Ну и все. Ну что, друзья, на этом будем прощаться. Подписываемся на канал. Поддерживаем. До скорых встреч, друзья. Увалил дождь, такой, что не дай бог, мокрый весь, насквозь. Впереди там, где шея, еще ничего, но так, ну хорошо, что не промокает курточка.